Что это вот? Что это, блядь? Почему я не могу патроны взять? Что это вот это вот такое? Блядь, а? Что это вот за хрень? Блядь, чё он? Патроны не могу я взять, блядь. Нахуй, нахуй это надо? Вот. Ёбана в рот. Спасибо разработчикам. Низкий им, бля, поклон. Вот так, хуя. Опа. Поклон. Блять. Выйду хоть? Я выйти не могу на улицу, пацаны. Я застрял. Меня не выходит на улицу. Так, не знаю, кто-то в спину к вам заходит. Блять, я не могу, я Тимур, не выйти на улицу, короче. Тимур. Из убежища я не могу выйти на улицу. Вот написано, выход на улицу. Я клацаю, короче. Ну, юзаю эту ебаный квадратик, он не выходит. Да это у всех глюкануло. Сервак, походу, нихуево. Ладно, сейчас перезайду, короче. Я в ренегатах и сам стал ренегатами. О-о-о, нихуя лаги. Лаги, лаги, лаги. Че? Ну, я не начал стрелять, а не, и стал ренегатом. Че за лаги, короче? Не пойму. Ну-ка я посмотрю. Я, короче, не могу в убежище возродиться, в убежище не могу. Все, пиздец, не могу в убежище, короче. Жуткий лагерь. Вообще, не пойму, что, ну, может, блядь... Спасибо, уважаемый Ubisoft, за эту чудную игру. Ну, вот. Все равно применяем, потому что, блядь... Я сейчас нифига вас там... Убили, да? У вас стрельба чем стоит, тебя... мобы. Смотри, они тебя убили, и они не стали ренегатами. Потом, когда они стали ренегатами, покраснели секунд через 15. Я в них начал стрелять, тоже стал ренегатом. Супер, Ubisoft. О, ренегатами стали и пиздец, и спрятались. Нифига, как долго. А вы на месте все стоите. Я видос сейчас записываю. Да, а я не могу ТПшница в убежище, короче. Пиздец. Че это за херня? Моб, хуяли прям по нему. Да как они за тобой бегают, если они вот стоят? Да, блядь, забудь, у тебя... Да я понял, что это, что лагает. Неправдивая картина. Короче, пиздец. Я не могу ничего сделать, ты пошнулся куда-то, блядь. О, нихуя, мобы сами поумирали. О, забегали. Вот и все, нахуй. Хоть их перебили, нахуй. Еще импульс даю. Один съебался. Куда ты пошел, мальчик? Эй, стой, брат. Выходим. Так может туда, наверх? Пойдем наверх, да, пошли наверх. Блять, не золотые, я еще нет. Нихуя их просто перебили, блядь. Нахуели, блядь. Ебать, пиздатая штука, да? Вроде вот, нас же много, мы же ульту вроде включили. Ебать, не легли. Дай-ка. У меня нету, я буду импульс давать, блядь. Че мне еще-то сделать? А нет, мне надо, чтобы у меня хилка была. Блять, липучка, мне хилиться надо, у меня мало жизни. Если я хилиться не буду постоянно, меня убьют нахуй. Я давай вот отсюда, здесь лучше посижу с Джоком. Есть. Они просто охуели. Я уже дал, они все под импульсом. Вон, еще,
Все, все под импульсом они. Еще один! Подожди, пошел. Встречай, встречай. Я ему хлопнул. Они сзади как-то хуярят. Все, все, все. Блять, они так-то под пульсом сейчас, что там? Не, бензин, тебе походу надо на перепушку сейчас поставить. Вот вышел, как ебнул раз. А у меня гранаты нихуя уебашут. Попытался. Нахуй тебе глина, говноед. Он нахуй положил, ёпта. Дымовой глина еще, блядь, тут. Батин там кувыркается нахуй, гимнаст. У меня уже ульта откатилась нахуй давно. Вот я, если рядом со мной кто-то сидит, я реанимирую, урон на 40% понижается. Бежит, бежит. Они оба лежат. Джок, не рискуй. Это, ну вот, я вас похилил еще. Ебать, мне там охуели. Блять, хуй знает, ну попробую. Блять, ну если меня убит, пиздец будет, бля. Несет.
хуй знает. Смотрим. А чё, где? Нахуй. Да всё. Выживание закончилось. А. Или сейчас тут только ульта открытится. Чё говоришь? Где нахуй мы всю, где мы всю пачку там переложили? Ты написал вот этот-то?